Малыши, доброе утро! Чем сегодня займемся? Конечно, мы будем веселиться! Но для начала вкусный завтрак. Только посмотрите, что у меня есть. Приятного аппетита, ребята! Чистота на первом месте. От пыли не останется и следа. Нет, что ты натворила? Это неприлично. Настоящие леди так не поступают. О, какой ужас. Так больше продолжаться не может. Нам придется попрощаться. От тебя одни неприятности. Решено, мы больше не друзья. Здесь очень мило, правда? Надеюсь, мы больше не увидимся. О, нет. Наша пушистая подруга осталась совсем одна. И у нее больше нет дома. Осторожно, в лесу становится все холоднее. Но Джесси нашла себе надежное укрытие. Пушистых снов, малышка. У Джесси сегодня не самое доброе утро. Где же ей раздобыть еду? Кто-нибудь, помогите! Малыши, мы отправляемся на прогулку. Занимайте свои места. Вперед навстречу приключениям! Отличная погода для веселого пикника. Ребята, поиграем. Сможете поймать... Вау! Бобо, ты чемпион! Продолжаем игру. Мими, твоя очередь. Невероятно! Получилось! Вы мои лучшие друзья. Китти, что случилось? У тебя появилась новая подруга? О, нет, кажется, ее бросили. Малышка, без паники, ты больше не одна. Ребята, нам уже пора. Мы должны позаботиться о нашей гостье. Устраивайтесь поудобнее. А вот и наш дом. Эвальд, ты не представляешь, кого мы повстречали. Кто-то бросил эту очаровательную леди. Мисс Кэрри, мы о ней позаботимся. Лулу, не шипи. Малышка Джесси теперь живет с нами. Мисс Кэрри, нового питомца нужно осмотреть. Ветеринаров в приют немедленно. Вызов принят, доктор скоро будет у вас. Не будем терять время. Пушистому пациенту нужна помощь. А вот и такси, как раз вовремя. Ага. В богатый приют и побыстрее. Доктор, как хорошо, что вы пришли. Малышку Джесси нужно осмотреть. Не буду вам мешать. Привет, детка. Сейчас мы проведем осмотр. Это совсем не больно, обещаю. Так, так, посмотрим. Отлично, отлично. Нужны витамины и прививка. Малышка, ты абсолютно здорова. Мисс Кэрри, с Джесси все в порядке. Доктор, вы нам очень помогли. Джесси, теперь у тебя будет семья. Хочешь принять ванну? Теплая вода. Вот что нам нужно. Тебе понравится, обещаю. Добавим немного пены и готово. А заодно причешем твою шерстку. Отлично выглядишь, Джесси. А теперь найдем для тебя подходящий наряд. Выглядишь, что надо. Устраивайся поудобнее, малышка. Ты прелесть. Кажется, у Джесси появилась подруга. С
Самое время для веселой игры. Но кое-кто не рад гостье. Лулу сделает все, чтобы избавиться от Джесси. Ей придется поискать себе другую лежанку. Ребята, пора обедать. Сегодня в меню кошачьи деликатесы. Ага. Уверена, что вам понравится. Ведите себя хорошо. Вау, выглядит аппетитно. А Джесси, что здесь делает? Тебе здесь не место, неудачница. О нет, Лулу опять за свое. Как она могла? Но Китти не даст в обиду свою подругу. Лулу, веди себя хорошо, договорились? Так-то лучше. Доброе утро, друзья. Наступает время игры. Ребята, я принесла вам кое-что интересное. Новенькие игрушки. Смотрите, как это интересно. Малыши, что происходит? Прекратите немедленно. Джесси, не бойся. Вы еще обязательно подружитесь с Лулу. Ребята, я скоро вернусь. Но Лулу никогда не сдается. Это только ее территория. И чужакам здесь не место. Лулу, это твои проделки? Прекрати безобразничать. Джесси наш друг. Малышка, я рядом. Тебе здесь понравится. Посмотри, как тут уютно. А вот и твоя еда. Тебя больше никто не обидит. Наступает ночь и просыпается Лулу. И у нее уже готов коварный план. Чтобы прогнать Джесси, нужно испортить ее обед. Чужакам не сдобровать. Малыши, пора завтракать. Вкусняшки уже на столе. Приятного аппетита. Доброе утро, Джесси. Кажется, пора подкрепиться. Вкуснее не бывает. Ой-ой-ой, что-то не так? Помогите, Джесси плохо. Кэрри, где же ты? Малышка, что случилось? Что-то не так с кошачьей едой? Я знаю, кто это сделал. Джесси, все будет хорошо. Тебе просто нужно лекарство. Как ты себя чувствуешь? Кажется, все в полном порядке. Я должна найти для Джесси новый дом. Они с Лулу никогда не подружатся. Прости, малышка. Я сделаю все, чтобы ты была счастлива. Дорогая, только посмотри на это. Этой кошке нужен новый дом. Дорогой, мы должны ей помочь. Okay. Мисс Кэрри, мы хотим забрать из приюта Джесси. Отличный выбор, мэм. Она станет вашим лучшим другом, обещаю. Джесси – самая милая кошка на свете. Уверена, ей понравится новая семья. Малышка, у меня отличные новости. Я хочу тебя кое с кем познакомить. Джесси – это твоя новая семья. О, привет, малышка. Ты чудо. Господа, не забудьте внести пожертвование нашему приюту. Сколько? Дорогой, не будь жадиной. Спасибо, мисс Кэрри. Ваш приют лучший в городе. Джесси, добро пожаловать. Это твой новый дом. И у нас есть небольшой сюрприз. Примерь это. Вау, ты красотка. Детка, ты проголодалась? Приятного аппетита! Люблю тебя! Ребята, вы готовы? Самое время для веселой прогулки! Держитесь крепче! Вперед! Мы на месте! Повеселитесь как следует! Не беспокойтесь, я все уберу.
Готово. Ребята, хотите поиграть? Тогда попробуйте поймать. Лулу, у тебя отлично получается. Китти, ты лучшая. Я мечтаю о питомце. Вау, какие вы все пушистые. Кого же мне выбрать? Вкусная распродажа начинается прямо сейчас. О, я обожаю клубнику. Вам понравится, обещаю. Это восхитительно. Приходите к нам еще, мэм. Рыба, этого я и хотела. Продано! Яблоки – лучший завтрак. Приятного аппетита, мисс. Это так вкусно! А еще я люблю бургеры. Мими, только посмотри, мы справились. Эй, ты, кошелек или жизнь? Но это мое. С нами лучше не связываться. Помогите, кто-нибудь. Змея? Ну откуда? Ладно, ладно, мы просто пошутили. Мими, ты спасла меня. А сейчас мы устроим супер-шоппинг. Мне нужна самая большая переноска. И она уже здесь, юная леди. Вы нам очень помогли. Ребята, устраивайтесь поудобнее. Здесь на всех места хватит. Кто-нибудь хочет в кафе? Добрый день. Нам самое вкусное мороженое. Ох, какая же я голодная. Ваш заказ, господа. Выглядит аппетитно. Друзья, вы должны это попробовать. Я знала, что вам понравится. Сегодня нам нельзя опаздывать. Итак, мы начинаем урок. У нас пушистые гости. О, какая прелесть! Они такие очаровательные. Но пришло время сосредоточиться. У нас сегодня важный тест. За работу, дети. У вас все получится. Время вышло. Сдаем работы. Лили, это пятерка. Я старалась. Ребята, отличная работа. Вы заслужили свои пятерки. Томас, ты опять ничего не учил? Математика, это неинтересно. Девочки, вы не справились. Друзья, у нас получилось! А сейчас мы будем обедать. Не торопись, неудачница! Зачем ты это сделал? Твое место в лесу! Только посмотрите на нее! Она неудачница! Эй, ты чего? Это был всего лишь пранк! О, не рычи на меня! Я сейчас все исправлю. Ребята, поторопитесь. Пушистики хотят есть. Это вам. Приятного аппетита. Вы опять меня спасли, ребята. Мы лучшая команда. Устроим музыкальный перерыв. Ю-ху! Лапки выше! Что случилось? Мы богаты! Это деньги! Что с ними делать? Добрый день! Я покупаю этот зоопарк. Отличный выбор, мисс Лили. Сегодня сбылась моя заветная мечта. Приступаем к работе. Друзья, у меня для вас сюрприз. Занимайте свои места. Карета отправляется в путь. Это наш новый дом! Только посмотрите, сколько здесь места! Наш личный зоопарк! Я люблю вас, друзья! Кажется, нам не помешает подкрепиться! Решено! Мы идем в кафе! Для вас самые вкусные тортики! Сладкое на обед! Идеально! О, сколько животных! А что если... Да, теперь я знаю, что делать. Папа, я скоро буду.
А вот и ты, дорогая. Мы тебя ждали. Это так волнительно. Но почему так долго? Папа, спокойно. А вот и малыш. Эвин, познакомься с семьей. О, он просто чудо. Может, оставим его здесь? Дорогая, вы обязательно подружитесь. Я так не думаю. Кевин, мама рядом. Он такой милый. Кто-нибудь поможет мне со школьным проектом? Молли, ты разбудила Кевина. Извини, нам некогда. Вы серьезно? А ведь раньше все было по-другому. Я вам этого никогда не прощу. О, какая я голодная. Что сегодня на обед? Каша? Даже не уговаривайте. Детка, закажи себе пиццу. Извини, нам некогда. Юху, шопинг. Я хочу новый образ. Да, то, что нужно. Я буду самой красивой. Мама, папа, вы где? Идеально. Кажется, малышу нравится. Но я хотела новый образ. Не сегодня, милая. Кевину нужна новая игрушка. Молли, младшим нужно уступать. Кевин, я тебе этого не прощу. Отличная погода для семейной прогулки. Но малыш уже проголодался. Нам нужно купить молоко. Молли, ты остаешься за старшую. Мы скоро вернемся. От тебя одни неприятности, братишка. Но я могу это исправить. Придумала. Хочешь прогуляться, Кевин? Счастливого пути, малявка. Надеюсь, больше не увидимся. О, нет! Случилось страшное. Милая, что стряслось? И где Кевин? Я гуляла с любимым братиком. И вдруг появился он. Мама, папа, Кевина похитили. Только не это. Мы должны найти его. Даже не пытайтесь. Ха, идеальное преступление. Кевин, где же ты? Мы скучаем. Кто мог совершить такое зло? Я голодный. Шопинг без Кевина. Какое счастье! Все вкусняшки только для меня. Малыш, мы тебя найдем. Я голодный. Вкусно. Малыш, вернись. Кевину больше не нужна одежда. А мне нужна. Мамочка, мы устроим шопинг. Это всегда поднимает настроение.
нравится. А это мы покупаем. И это тоже. Много платьев не бывает. Как скажешь, дорогая. Как я выгляжу? Мне идет. Как весело быть единственным ребенком в семье. Мамочка, не жадничай. Это невыносимо. Купаться, купаться. Уи, весело. Я вас люблю. Малыш, ты навсегда в нашем сердце. Мы сделаем все, чтобы найти тебя. Вы не видели маленького мальчика? Нет, мэм. Здесь не было этого мальчика. Оу, нет, сэр. Наш мальчик пропал. Ничем не могу помочь, господа. Мама, папа, поиграем? Молли, как ты можешь веселиться? Малыш Кевин в беде. Хм, не думала, что вы так расстроитесь. Доброе утро начинается с зарядки. Ребята, вы со мной? А сейчас раздобудем завтрак. Чарли, помогай. Проще простого. Кто-нибудь хочет рыбу? Все к столу. Приятного аппетита. Вы были очень голодными. А для меня что-нибудь осталось? Овощи на завтрак. Это вкусно и полезно. Принц, только ты меня спасешь. Все кончено, принцесса. Бубу, это мне? Пожалуй, я это примерю. О, теперь мы так похожи. Мне нравится. Прошло уже столько лет. Но мы так и не нашли Кевина. Малыш, мы тебя не забудем. Я скоро вернусь. Мама, папа, мне так жаль. Что же я натворила? Кто ты? Я повелитель леса. Странно, а что если? Мими, шалость удалась. Кажется, я близко. Это было весело. Не может быть, это Кевин? Ты что здесь делаешь? Кевин, понимаешь, ты мой брат. Я совершила большую ошибку. Я не знал, что у меня есть семья. Меня вырастили они. Мама с папой так обрадуются. Молли, где ты была? У меня хорошие новости. Только посмотрите, кто к нам вернулся. Мама, я Кевин. Я жил в лесу со своими друзьями. Это невероятно. Малыш, ты снова с нами. И теперь у нас столько домашних питомцев. Воссоединение семьи. Это так мило. Ой-ой, мне уже пора. Еще увидимся.